Что первично, яйцо или курица? Древние египтяне верили в мировое яйцо, явившееся изо рта крылатого бога. Греки считали, что мир создан из яйца птицы Феникс. В христианстве культ пасхального яйца возник где-то в IV веке. Яйцо стало символом рождения и возрождения, олицетворением жизни и бессмертия, обязательным атрибутом праздника Пасхи в память воскресения Христа. Раскрашенные, разрисованные пасхальные яйца называются крашенками, писанками. Существует и народный промысел – раскрашенные, покрытые удивительными рисунками, деревянные яйца. В прошлом веке подарочные яйца делали из фарфора, стекла, самоцветов. Их в огромных количествах выпускали российские фабрики. Вершины ювелирного искусства признаны во всем мире пасхальные яйца знаменитой петербургской фирмы «Фаберже». За всю историю существования фирмы было изготовлено лишь несколько десятков этих поистине драгоценных изделий. Почти два тысячелетия насчитывает история спора о том, что первично – курица или яйцо. Пока, насколько известно, никто так и не смог решить эту задачу. Далеко в горах растет скумия. Ее называют еще красильным, софьяновым деревом. А еще держи дерево. Наверное, потому, что ее корни цепко держатся за каменистую землю горных склонов. В горах, в долинах рек, в лесу мы часто находим причудливые корни. Они иногда напоминают человека, иногда животных. Чаще отдельный какой-то жест, движение. Очень редко бывает, когда уже в них содержится какой-то законченный образ. Эти коряги будут воображение. Как бы настраиваешься на какую-то волну, исходящую от нее. И вот происходит вдруг узнавание образа. И тогда хочется воссоздать его в скульптуре. Вот эту корягу я нашел уже давно, но ничего интересного в ней не увидел. Отложил ее до лучших времен, как говорится. И вот недавно снова взял ее в руки, покрутил, повертел, и что-то мне почудилось с ней индейское, что-то из Лонгфелла. Ну, убрал лишнее, как говорил Роден. И вот получился такой индеец. Но для индейца нужна пирога. Вот попробовал я такую корягу, но она больше похожа на волну, чем на пирогу. Отложил ее до лучших времен. А вот, пожалуй, из этой можно сделать пирогу. Ее только нужно немножко углубить и почистить. Вот уже много лет, каждую осень, отправляется Роман Дубинский, по специальности химик и кандидат наук, в леса, растущие по склонам горного Крыма, туда, где живет удивительное дерево скумия. Thank you.
году 1693 от Рождества Христова пришел в подмосковное село Уборы жизнерадостный и добрый мастер, крепостной архитектор Яков Бухвостов. Место было удивительно красиво, да и церковь, заказанная хозяином, боярином Шереметьевым, выходила славной, легкой, изящной, парящей, украшенная белым резным камнем. Шла своим чередом, но не так быстро, как это хотелось бы заказчику. Дело в том, что занят был Бухвостов в это же время возведением еще одного храма, Успенского, в Рязанском Кремле. По жалобе Шереметьева в Рязань был отправлен судебный пристав, но безрезультатно. Поймать себя он, Якушка, не дал, и от посыльных людей ушел. Куда? Быть может, сюда, под защиту патриарха, в Новый Иерусалим, где строил когда-то башни и стены монастыря? Говорят, видели Бухвостова и в Троице-Лыкове, где стоит приписываемая его руке церковь. А может, скрывался беглый мастер под Рязанью, в Солотчинском монастыре, где потом возвел еще один храм. Никто не знает, сколь долго находился строптивый и гордый мастер в бегах. То ли был пойман, то ли сам пришел с повинной. Как жил потом, где умер. Известно лишь одно, отсидев свое в колодках, был выпущен на свободу и достроил все-таки удивительный храм в Уборах. Жил-был дом. Обычный, ничем не примечательный. Его обитатели, взрослые дети, занимались каждый своим делом. Дети играли, росли, взрослые работали, старели. Приходили письма в почтовый ящик, свистел, закипая чайник, горел огонь в очаге. А за стенами этого дома шумела, бурлила эпоха. Войны, революции, великие стройки, холод, голод, решения. Здесь все шло своим чередом. Нехитрая снедь съедалась за обеденным столом, где собиралась вся большая семья по праздникам. Хозяин дома был, видимо, человеком мастеровитым и, может быть, изобретал какую-то особенную машину. Время пронеслось над домом и унесло с собой его обитателей. Остались только предметы, которые так много могут рассказать о живших здесь когда-то людях. Удивительный музей той забытой, ушедшей безвозвратно жизни устроили художники, которые нашли полуразрушенный заброшенный дом возле Сенежа, привезли эти вещи в Москву и сделали выставку, которая называется «История одного дома» или «Негромкий разговор вещей». Чудес, загадок и открытий, и возбуждает интерес сплошная цепь событий. Друзья, вы все хотите знать, и я скажу вам, братцы, всего на свете не узнать, всего на свете не узнать, но можно постараться.